Вот продолжается сегодня завоз досок на Зиле. Это мы сейчас подъезжаем, он подъезжает к Храмову пруду. Там братья уже подъехали, стоят тут. Сначала на тот пруд, езжайте дальше. Сначала на тот пруд. Давай. Подъезжаем к лагерному пруду. Здесь сейчас сгрузим доски для слива. Сейчас начнем показывать. Приехали. Да, как говорится, кверху не улетим. Сейчас сколько же. А я боял. Он мог бы... Все, ну, сейчас я вам скажу. Просим вот это, вот пятерка. Вот пятерка. Дорога между двух березок. Вон березка худая. Вот дорога, а два плотины, две плотины здесь. Одна маленькая, одна большая. Она тоже унесенная, да? Да. Четыре, пять, шестой.
в кровь прыгнул. Ну вы остаетесь, а? Да я на велосипеде. Здесь поля Игоря Барбаша. Все заросло кустарником, крапивы. Он что, сюда сваливает-то? Подожди, Иван, подожди. Я сюда на машине сваливаю, тогда вот так вниз носить. Ну давай сюда еще поближе. Отходите, он на бок валит. Он на бок валит. Обошлось мне это все доски в 50, кажется, 7 тысяч. Еще там добавят к этим уже. Мы до конца заплатили. Это за дорогу, за все. Ну нету, даром ничего не делается. Тут вот такие-то поля, тут же когда-то один на отлете кончился. Семен Родионович, кажется. Родя отец у них был.
отец наш вспоминал. Нету тополя, видимо, он посадил, оставил. Ну вот сейчас надо все перетаскивать сюда. Начинаем резать. Ну и все остальное, что хотели. Теперь не хватает Вити, чтобы пень спилить, начать. Но пока надо переносить. Все на этом. Видите, наша шарщина еще не закончена. Завтра, если Бог даст, надо ехать в Мамонтово. Договариваться насчет песка. Сказали сразу песок, чтобы три КАМАЗа возили. Если грейдер будет, то прям следом сразу и щебень. Крупная щебенка. 170 тысяч за щебенку. 80 тысяч за песок, вот считай. Ясное дело, если бы небо не открыто было для нас, все говорят, ой-ой-ой-ой, где такие деньги взять? Бог! А у Бога свои избранники есть. Ну все тогда, вот, пошли.